Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dance the Man. История. Ну и как я вам говорил, у нас куплена зона страха. Почему-то посоветовали взять именно ее. Опачки. Так, секундочку, а ведь я получил новый костюм. Да, и я хочу посмотреть, какой он и что он нам дает за бонусы. Сейчас мы с вами глянем. Так, где же ты, костюмчик, а? Вот он, но он почему-то пока еще не открыт. Пошалим, хватайте. Ну, хватаю. Костюм черта. Мухаха. Собери все звезды в зоне страха и получи жуткий костюм. Ага, мне еще нужно, значит, собрать звезды. Хорошо, тогда мы с вами оставляем пока костюм ниндзи, но он будет в перемешечку, знаешь, с чем? Вот с этим костюмом, хотя у нас открылся еще и вот этот вот. В таком виде лучше сумочки. В плане. Чем он лучше? Бонус 25 к сопротивлению оглушения. Это ерунда. А здесь у нас бонус плюс 25 к максимальному здоровью. Слушай, на самом деле... Так, вот 5 к урону. Ну, нет, пожалуй, я оставлю костюмчик, который у меня был до этого. То есть, получается, мне нужно взять костюм ниндзи. Я считаю, что он оптимальный, но я кое-что здесь добавлю. Во-первых, мне нужны перчатки, которые будут давать мне 5 к урону в ближнем бою. Так, это все на крит. Либо такие, либо такие. Когти крокодила я, наверное, оставлю. Что у нас со штанами? Так, 50% к защите от огня, к защите от воды. Слушай, ну 50 от огня, наверное, оставим его. Вот так вот. Что у нас по шляпе? Сопротивление к оглушению. Ох ты, 5% к выпаданию золота, а здесь то же самое. Сопротивление оглушения. Нет, тогда лучше мы оставим вот этого. Все, ребят, вроде бы нормуль, я думаю, да, вот такого вот оставим себе. Ну и у нас с тобой 11 гемов, этого мало. Конечно же, для прокачки. Ну и мы приступаем с вами. Рекомендуемый уровень 14, а у меня только лишь 11. Ядрёно, уж, наверное, сейчас будет жарко мне. Ну, посмотрим. Зона страха 1-1. Жуть. Ну, мышка, хорош, уйди отсюда, не мешай меня. Так, Дэн веселится. Так, это что такое? Вау! Зомби выпал. Понимаешь ли, из телепорта. Ну, правильно, Дэн. Началось, короче. Зажали, зажали Дэна. Барри пришел, во. Разобрался без проблем. Так, он говорит, что какой-то чокнутый профессор объявился и делает зомби. Так, окей. Тут мы уже с тобой одни. Друзей у нас тут нету. Давай вспомним, что мы можем с тобой делать. Удары, я так понимаю, эти зомби будут уже намного сильнее, чем обычные вояки. Ого. Так, хорош тут выделываться. Ну что, погнали. Первые уровни, как мы знаем, будут довольно легкими. Иди в кислоту. Так, они будут? А, они могут прыгать тоже. Ха-ха. Не такие уже и ватные эти зомби. Погнали. Надо кувшины разбивать. И бежать. Бежать, бежать. Опа. И тихо. Ты что ж делаешь-то, скелет? Ой-ой-ой-ой-ой. Схватили меня. Они могут тоже хватать. Понял. Ого. Слушай, может быть, тут не зря дали такой уровень сложности. На тебе. Нормуль. Все, я их подбил. Я вижу кувшин. Спешить не будем, потому что у нас тут не на время с тобой. Так что чекпоинт. Прогресс сохранен. И тут опять летучие мыши. Давненько-давненько я их не видел. Да отойди ты от меня. Опа. Так, это кто меня сейчас током бомбанул? Объясни-ка мне, пожалуйста. Кто осмелился это сделать? Родные мои, тут еще у нас и громы, молнии, и все дела. Ну, зомби прикольные. Я не знаю, ребят, что у нас там за... Морозные стужи, да, уровень? Но мы обязательно с вами купим. Да? И будем тоже проходить. Вначале нам хотя бы здесь пройти. Я смотрю, просто на первом уровне уже здесь... Довольно так жестко все. Оу. Это типа вампирята появляются, да? Ну да. Вампиреныши. Так, у меня все пока хорошо вроде получается.
Всех дубасим. Монетки соберем. А интересно, а магазин тут будет или нет? Смотри-ка, солдатики внизу лежат, подбитые, с которыми мы воевали в основной сюжетке. И ниндзя тут тоже. Повстанцы эти. Да, магазин тут есть. Ну что, заглянем и посмотрим, что у нас тут будет. А можно взять базуку. Да, я, пожалуй... Ага, базуку. Мне не хватает денежек, вот что я тебе скажу. Мышка летучая, ну куда ты, а? Иди. Они, кстати, легкие, с одного удара разбиваются. Ой, тихо, тихо, чуть было не упал. Ой! Ну что же ты, а, Рэй, ну хорош. Мышка, иди отсюда. Так, зомби. Друзья мои, у меня что-то тут со здоровьем-то. Все очень и очень печально. Я что-то растерялся тут, если честно. Ага. Так, давай мы этого вампиреныша. Господи, мне даже некогда тут слово вставить, потому что, ну смотри сам. Тут скелеты, которые, не забывай, бросают кости в меня. Так, вот и подбили. И я так понимаю, мне не дадут второй попытки. Хорошо, что чекпоинт у нас с тобой рядышком был. Мышь, вали отсюда, не надо тут бубнить. Вот здесь мы с тобой, да, погибли? Да, именно тут. Нет, ребят, не тут, нифига. Мы над кислотой бомбились. Мне кажется, я какой-то слабенький. Слабенький в плане того, что по атаке. А зомби здесь очень шустрые. Ну, прям видно, какие они тут. Я думал, они будут медленные, такие нерасторопные, но ничего подобного. Отойди ты от меня. Прыгайте сюда. Вот. Вот здесь, кстати, самое оптимальное место отбиваться от зомби. Почему? Подожди-ка. Странно. Так, вампирята дракулиты. Так, мы с ними разберемся сейчас. Мышь, отвали. Не нервируй меня, пожалуйста. Давай, последний. А, нет, не последний, еще один там остался. Ну хватит, вот она. А почему меня мыши так раздражает, а? Давай, вампиреныш, иди сюда. Успел даже как-то меня садануть. Интересно, а почему мне здесь не дали возможности выбрать еще одного персонажа? М? В основной кампании мы могли с тобой выбирать. А здесь нет. Это очень странно. Погоди-ка, почему меня дальше не пропускает? Я же всех забомбил. В чем проблема? Что мы не сделали-то, я не могу понять. Погоди, а вот. Куда ты улетал-то, а, родной мой? Я тебя жду, жду. Так, в магазин. Опять же, не стоит заходить, потому что, ну, денег нам не хватит. Мыши летучие, на! Кия! Так, сколько у нас? 208. А если я сюда зайду, уже начнется бой, да? У нас, кстати, автомат, если я только сейчас увидел. Че же это я так... Но! Ой! Господи! Да ну! Что же это происходит, а? Будем бомбить. Так, тихо. Попробуем их, наверное, вот так вот здесь вот бомбашить. Уходим. Чтобы нас не подбили. Конечно же. Да-да-да-да-да, я знаю тебя, скелетик. Не надо падать, ну Дэн, ну что ты делаешь? Ну господи, ну зачем ты опять упал в эту кислоту, а? Ну что, друзья мои, давайте попробуем еще разок, потому что я выпил крепкого горячего кофе, и я думаю, что это нам пойдет только на пользу. Так, мышь там летает. Ну что, мы вроде бы как размялись, можно и приступать. Ну где вы там, партизаны? Я готов вас встретить. Давай, будем вот так вот их. По возможности прыжками, если будет где-то возможность, будем их наяривать всех. Где-нибудь в уголочке зажимать. Ну а почему бы нет? Так, кувшинчик. Отлично. Ну давай, иди сюда. Нет, не хотят, не хотят они ко мне подходить. Вот, будем здесь сейчас отбиваться. Ага, минус один. Хотели меня зажать, не тут-то было. Ну. Так, это только первая партия, а вот уже вторая. Это вампирчики эти. Да, кофе, как, знаешь, как сок гамми, ё-моё. Придает энергии.
Давай этого вампира, отлично. Все, здесь мы прошли. Так, я соберу, пожалуй, монетки. Так, и посмотрим, что у нас тут. Денег у нас все равно мало. В магазин заходить не стоит. Так, даралась. Иди отсюда. Так, а вот здесь будет, конечно, немножко посложнее. Но тихо ты, ну зачем ты опять в кислоту? Что ж ты какой-то вот неугомонный? Все-таки тебе надо вот нырнуть в кислоту. Короче, друзья, сейчас будем пытаться вот этих зомбарей самих сбрасывать в кислоту. По возможности, если получится, конечно. Если они будут падать в кислоту, они будут быстрее от этого помирать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хотел зомби скидывать, а не сам же туда прыгать, а? Так, давай, отлично. Блин, мышь, конечно, летучая меня раздражает. Да эти вот вампиры тоже тут летают. Тихо! Что вытворяет, а? На, два раза мало. Надо три или четыре даже раза на голову прыгнуть этому летающему вампиренышу. Вот! Всех отправил. О, упали, нормуль. Вот это вот, конечно, скелетонша меня бесит, потому что она постоянно выкидывает свои эти косточки. Поэтому надо как бы за ней наблюдать периодически. Че, она даже не прыгает почему-то ко мне? Странно. А ты? Ты прыгнешь, нет? Тогда мне придется прыгнуть. Да, в кислоту ее. Так, а вот она. Хитрая, оббежала и издалека бомбанула. Ну, в принципе, ничего сложного здесь нету, ребят. Надо просто немножко адаптироваться, и все. Так, чекпоинт. Плюс нам здесь выпадет что? Оу, сердечко. Так, это мне что-то не очень нравится. Мне кажется, ну да. Как мне показалось, так оно и получилось. Давай. Ага. Все-таки мне кажется, что скелетики вот эти вот опасны, потому что они косточку свою бросают. Косточки — это урон. Так, она вон вдалеке. Оу, их там очень много, и надо к ним туда, наверное, перемещаться и дубасить их, пока не поздно. А то они тут забросают меня костями своими. Эх. Ну, в принципе, не так. Во. Я даже ничего не сделал, просто толкнул маленько. Я на... О, автоматик, 26 патронов. Так, давай двигаться с тобой дальше наверх. Магазин, у нас 166 монет. Я не знаю, давай посмотрим, может быть, что-нибудь можно приобрести. Ага, я, наверное, возьму автомат, потому что со здоровьем пока вроде бы проблем нету. Так, что тут у нас? Платформа исчезает и появляется. Так, окей. Ой. А наверх мне уже не вернуться. Ладно, фиксим. Что, будет опять очередная битва, нет? Все, странно, никого нету. Яблочко. Так, шипы наверху. Гранатомет. Ага. Начинается, да? Ладно. Куда ты схватил меня, а? Причем, главное, зомби мужского пола без глаз, а зомби женского пола нормальный. Почему так несправедливо? Давай. Ну что ты пришел сюда? Иди, надо их в кислоту, ребята, вот так сбрасывать. Да ну хорош. И главное, на шипы наверху не напороться, которые находятся у нас. Слушай, а чего их так много-то? Летите пташкой. Вот и все. Так, давай аккуратненько с тобой. И... Ага. Открылся следующий портал, и мы с тобой побежали. Зона страха 1-1 выполнена. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу. Давай продолжать, оценивать мы пока с тобой ничего не будем. Ага, и это у нас дополнительный уровень, бонус, B1. Жуткие деньки. Ну давай посмотрим, что там за жуткие деньки. Так, приготовьтесь. Я готов. Ага, вампиры. Пока ничего сложного нету. С вампирами мы уже знаем, как драться. Их лучше, конечно, в прыжке ногами фигачить. Это самое... Ой, шипы. Тихо. На шипы, конечно, лучше не напарываться. Ну куда ты полетел? Иди сюда. А, тут еще и зомби есть, да, значит? Тут еще и... Блин. А что вы встали-то здесь? Лети в огонь. Блин, меня тут зажмут сейчас. Надо выходить. Там еще сверху шипы, поэтому особо не попрыгает. Ну что ты тут машешь своими руками? Она даже не больше на зомби похожа, как на какого-то клоуна. Блин, ненавижу я вон там посередине шипы. То есть для прыжков там не самое хорошее место.
Здесь тоже стоять не особо хочется, потому что тут все больше и больше становится. Смотри, они сейчас зажмут просто-напросто. Ну, ой-ой-ой, схватил. На! Самого выкинул за шкварник. Оу! Время, время, ребята, я что-то совсем забыл про время-то. Давай, 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 давай. Их тут дофигища просто. Ну! Так, 7 секунд. Где часы? Часы мне нужны. Вот они. Наверху много часов. Так, тихо. 7 секунд. Ну вот зачем? Зачем ты так сделал? Ну зачем? Ну взял, сам прыгнул на шипы. Ну дурачок, ё-моё, что сделаешь? Так, улучшить. Кстати, тут рекомендуемый уровень 14, а у нас 11. Давай попробуем с тобой взять Берса. Берсерк. Ну я думаю, так-то мы с тобой должны победить. А? Ты посмотри, какой урон. По 65. Тихо, тихо, зачем так делать? Ну нифига, мы тут сейчас просто будем рвать всех на изи. Обалдеть. Круто, на самом деле. Очень круто. Берсерк — это очень хорошая вещь. На. Так. Причем два удара достаточно, чтобы просто отдуплить этого зомби. Просто ордами. Тихо, аккуратно. Главное не попасть на шипы. Вот, надо берс получать постоянно. Если хочешь, как говорится, быть все время на коне, именно в этих челленджах, то применяй берсерки, и все будет у тебя хорошо. На тебе. Офигеть. Слушай, мне нравится. На, всем достанется. Ой, тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Так. Летите, летите, пташки. У меня еще 3 гранатомета. 3 снаряда. Они сами на меня прыгают, поэтому вообще без проблем. И по времени, смотри, у нас с тобой как хорошо все идет. 36 секунд в запасе. Мне этого более чем достаточно. Еще вон внизу часы лежат. Слушай, ну берс — это действительно хорошая штука. Так, вампир. Готов. Так, арена 1-2 пройдена. Получается, нам еще с тобой предстоит пройти одну арену. Угу. А берса у нас с тобой нету. У нас только лишь касание Мидаса, насколько я помню, да? Нанося врагам урон, вы выбиваете больше золота. Ну что же, давай. Я готов. Так, опять зомби. Тут, кстати, лава посередине. Это классно. Мы можем туда сбрасывать этих зомби, скелетов, и они будут там гореть. Согласись, это круто. И летучих мышей, я смотрю, здесь нету. Но вот скелетончики, правда, вот эти вот меня преследуют, которые бросают кости. Давай вот здесь вот их подождем. Ну что, не прыгайте-то, эй. Во. Блин, схватил уже сразу же. Тихо. Не надо костяшки свои там бросать. Ну, блин, они такие любимчики тут. Пообниматься? Прям, ну нет слов. Хватает мне за шкварник. Так, ну что, сбросим этих? А вот, я думал, летучих мышей тут нет. Они как раз есть здесь. Давай, давай, да развернись ты, господи. Ну, Денчик. О. Так, ох ты, нифига их тут Тихо ты. Что ж ты так неаккуратно-то, а? Да, без берса чувствуется сразу же просадочка по атаке. Ну, с этими скелетами нужно разбираться, это однозначно. 30 секунд у нас с тобой в запасе. Опа, кости полетели, да? Блин, главное успеть. Вот что эти... Блин, да вы достали... О, у нас мало здоровья. Очень мало здоровья, друзья. Нам не погибнуть бы. Твою ж налево, накаркал, а? Ай, накаркал, блин. Слушай, ну там сложно. Без берса там делать нечего. Слушай, а может быть нам с тобой пойти... Так, подожди-ка. Подожди, а где у нас это-то проходится? Вот эти вот уровни-то на кубке, где мы с тобой гемы зарабатываем. Так, оружие прокачать. У нас 11 гемов. Нам абсолютно ни на что не хватает. Это, наверное, скорее всего, у нас идет... Так, пригласить, пока я ничего не могу сделать. В
приключение, что ли? Ага, точно. Слушай, а давай пройдем с тобой один из челленджев. Угадайте, кто вернулся. Без понятия. Выберите предмет. А, это у нас босс. Давай мы... Опа! Мы играем за Денчик с тобой. Так, я понял. Ах ты! Так, надо понять, как он тут действует. Да что ж такое-то? Да ну! Что-то неудачный какой-то, ребята. У меня опыт первый. Так. По-моему, я сейчас доиграюсь. Зелье воскрешения. Понял. Так, перегрев у него, да? Давай, 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 Денчик, пинаем. Ладно, 1-1, пройдено. Взорвался к ядре, не фени. Ну что, давай еще дальше попробуем. Так, я получил бронзовый приз, и, соответственно, мне дают 2 самоцвета. А можно еще разок подраться? Да, уже открывается у нас обычный режим, опять же, плюс 2 самоцвета. Вперед и с песней. Так. Я уже понял, ребята, он строчит. Тихо. Ага, не тут-то было, родной. Еще раз. Что там орет? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, блин. Что такое? Перегрев? Перегрев у него. А перепрыгнуть можно? А, он сам прыгает. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо только на меня приземляться. Волна. После приземления идет волна поземлять. Так, уходим. Начинает строчить здесь. На-на-на-на-на-на. Так. Надо быстро это все делать. Что? А, он бежать собирается. Бомбим по нему. Слушай, босс-то вата, оказывается. Если знать... Ага, прыгает. Если знать тактику, как с ним бороться, он вообще ни о чем. Блин, я думал, что волна только по земле идет, а она не имеет значения, где ты стоишь, все равно тебя сбивает. Че, перегрелся, что ли, малыш? Все? Ребята, 1-1 на арена пройдена. Слушай, давай тогда уже попробуем с тобой и на золото сходить. А вдруг получится у нас одолеть его, а? Серебряный приз я получаю. Окей-доки. 2 самоцветика, все как полагается. И открывается сложный режим. Это уже на золотой кубок. Поехали. А вот он. Так, чем он отличается, интересно, от остальных? Ага, дольше стреляет, понял. Так, побежит сейчас, да? Побежит. Мы перепрыгиваем. На-на-на-на-на. И здоровье немножко побольше. Ну? Не тут-то было. Уходим. Не успел чуть-чуть, а? Перегрев у него. Так, он сейчас что будет делать? Бежать, по-моему, или прыгать? Бежать. Ну давай, беги сюда. Шикарно. Так, отходим, отходим, отходим. Ну что, он стрелять-то собирается? Собирается. Пару разиков ударим. Бежит. А что он не перегревается-то, эй? Ага, вот у него перегрев пошел. Дэн, давай быстрее. Блин, жалко, у нас с вами комбо-атака слабенькая. Хотя... Оу, он подпрыгнул. Уходим. Все время забываю подпрыгнуть, когда он приземляется на землю. Ну, иди сюда, голодранец. Уходим. Какой псих, да? Здоровяк такой, блин. Все, что ли? Отстрелялся парень. Интересно, успеем его? Нет, не успели. Я хотел добить. Сейчас мы его сзади из-под тишка. Давай, 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 Денчик. Еще удар, Слушай, ну в принципе босс этот ватный. Ты сам прекрасно видел, я его забомбил, даже не помучился. Так, и что мы с тобой получим? 2 самоцвета, золотой приз. Мы с тобой получили и 2 самоцвета, да. И в общей сложности это 6 самоцветов мы получили. Да, режимов тут еще дофига. Кубков нам еще дофига тут выигрывать. И костюмы, соответственно, тоже получать. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока будет достаточно. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть Dan the Man. Так что всем пока и до скорого.